Знаки увидели? Нет, внимания не обратил даже. За рулем водители «Лады» не первый год и хорошо знает, что на этом перекрестке разрешено движение только прямо или направо. Но, скорее всего, в этот вечер парень решил сократить путь, поэтому попытался проскочить налево. Поворачивал налево, не успел его увидеть, как он выезжал с большой скоростью, врезался, и все, никто не успел нас затормозить. А там не успел, он прям резко передо мной вышел, резко вернул. «Лада» от удара развернула, а иномарка по инерции проехала почти до конца перекрестка, лишь после этого смогла остановиться. Разбитые машины переградили оживленную трассу. Поэтому инспекторам ГАИ пришлось как можно скорее делать замеры и убирать автомобили в сторону. Хозяин иномарки надеется, что восстановить «Опель» ему удастся за счет страховых выплат. В свою очередь, виновник заниматься ремонтом «Лады» скорее всего не будет. Дешевле купить другой автомобиль. Равиль Сайганов, Альберт Аминов.